Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, я официальный обозреватель компании Oriflame, и сегодня представляю вам новинку, классную новинку из 12-го каталога Oriflame. Это мультифункциональный защитный крем из серии The One с SPF 50. Потрясающий волшебник, в нем 30 миллилитров. И зачем нам нужен с вами этот крем? Дело в том, что каждый день наша кожа, особенно кожа лица, которая и так очень быстро стареет, она подвергается воздействию внешних негативных факторов, таких как прямые солнечные лучи, грязь, пыль, ветер, жара, да, все это на коже, на нашей сказывается негативно, а мы всегда стараемся отдалить старость, предотвратить появление первых морщин, убрать тусклость. То есть мы хотим, чтобы наша кожа была свежая, сияющая. Надо ее защищать, и в этом нам поможет вот этот малыш. У этого крема формула с высокой защитой SPF 50, антиоксиданты из листьев и ягод шведской брусники, аминоминеральный комплекс из водорослей, кислота из крыжовника, отличная защита от ультрафильтров и агрессивной окружающей среды. Давайте посмотрим этот крем в деле. Я нанесу его на кожу своего лица. Этот крем можно наносить поверх вашего любимого дневного крема или как отдельный продукт. Небольшое количество. Я пальчиками распределяю по коже. Крем так легко наносится, обладает очень приятным ароматом, классно впитывается. Посмотрите, какое идет легкое распределение без усилий, пальчики просто скользят по крему. И кстати, я заметила, что кожа выглядит лучше, она становится как бы более яркой, такой сияющей, и отличная база под макияж. Мы даем крему немножечко впитаться, буквально пару минуток, он очень легко уходит в кожу, не оставляет липкости и чудесно распределяется тональная основа поверх крема. И самое главное, я знаю, что моя кожа защищена. Я вам рекомендую этот крем, заботьтесь о себе и о своей коже, как говорят, береги кожу с молоду, она у нас один раз и на всю жизнь. А с вами была Лилия Донскова, если видео полезное, жду от вас сердечек и до новых встреч.